Лихие и непредсказуемые Danger Post сегодня в Запобьюзе. Эта запорожская команда за 6 лет своего существования уже успела исколесить всю Украину от Донецка до Львова и зарекомендовала себя как наиболее стремительно развивающийся музыкальный организм. Начиная с незамысловатого гранжа, группа деформировалась в добротный альтернативный рок-бенд, который выступал в одной обойме с такими группами, как Tabula Rasa, VV, Ленинград, Ляпис Трубецкой, Sky и многими другими. Danger Post не боялись и не боятся экспериментировать. Именно поэтому группа имеет достаточно пестрый музыкальный материал, позволяющий кататься по самым различным по стилистике музыкальным фестивалям. Эти парни одни из немногих, кто категорически против сотрудничества с каким-либо продюсером, пусть и даже самыми, что ни на есть, маститыми. Музыканты способны абсолютно самостоятельно решать все свои вопросы, связанные с концертной деятельностью и выступлениями. Ну, по крайней мере, сами так говорят. Совсем скоро Danger Post обещает порадовать новой работой. Это будет англоязычный материал. Ждать осталось совсем недолго, мы же пока слушаем относительно древнюю композицию под названием «Для малой». Я такой худой.